Друзья, всем большой привет! Сегодня мы поговорим о легендарном джипе Grand Cherokee, который вскоре получит плановое обновление. Кажется, что текущее поколение только недавно представили, однако с момента презентации прошло уже более 3 лет, поэтому производитель уже взялся за разработку рестайлинговой версии, чтобы сделать свой внедорожник еще лучше. О том, что уже готовится обновленная модель, напрямую говорят его тестовые прототипы, которые недавно были замечены во время первых испытаний. Судя по этим прототипам, уже можно сказать, что внешний Grand Cherokee изменится не сильно. Он получит слегка переработанную оптику, новые бампера, обновленные колесные диски и небольшие доработки во внешнем декоре. А вот в салоне, скорее всего, произойдут более существенные изменения. Ведь мультимедийная система и приборная панель были сильно закрыты камуфляжем. Также ходят слухи, что на смену старому V8 Hemi, который устанавливался в предыдущей версии, наконец-то придет новый, турбированный 6-цилиндровый двигатель Hurricane, который уже доступен на Wagoneer и раме 1500. Официальная презентация новинки, скорее всего, состоится в начале 2025 года. Ближе к тому времени мы узнаем более подробную информацию. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!